Здравствуйте, с вами Тесса46, и это летсплей под названием Техномагия. На больше мне фантазии, увы, не хватило. Итак, как вы видите, модов стало больше. И это, кстати, не предел, я еще один мод установлю потом. О, мне все ачивки сбросились, прекрасно. Но я, в принципе, никогда их не выполняю, именно поэтому самому, что не сбрасываю. Кстати, я... Заметьте, я переименовал мир, однако все мои пометки остались на местах, потому что я хитренная сволочь. Я нашел в папке Race Minimap такие, как бы, конфиги меток. Там было название мира и название измерения, а внутри, как бы, записаны метки, координаты и название, я так понимаю. И там было написано New World, как я, собственно, этот мир назвал. Я взял, сменил на название, которое у меня сейчас стоит, и вуаля, все метки здесь. Однако, их придется вручную мне снова прятать. А, они, смотрите, они еще и спрятаны. Это тоже, видимо, в конфиге засчитывается. Ухитренные. Ну и, кстати, нам, пожалуй, стоит добавить еще одну метку. Конечно, все называют это место Home. Но я хочу сломать все стереотипы и назвать это место... Это место... Вот так. Ха-ха. Вот чудеса оригинальности. Просто жесть. Кстати, я еще тут установил мод, как я хотел, на печки и на сундуки. Вы спросите, металлургии же есть. И отличные сундуки. Почему ты установил мод на сундуки дополнительно? А я вам отвечу, что в моем тесте так получилось, что мой платиновый сундук залагал. Помните, в прошлом летсплее, кто смотрел, была такая штука? Типа, заходишь в сундук, и Майнкрафт крашится. Если сундук мигает, как бы, он то из латуни, то из платины. Мигает, и с каким-то шансом, если зайдешь в него, игра нахрен крашнется. Вот здесь то же самое, только если там помогал перезапуск Майнкрафта, тут не помогает уже ничего. И сундуки являются, по сути, просто бесполезными. Поэтому мне пришлось сделать мод на сундуки. Вот. Об этих двух модах я расскажу, об остальных умолчу, потому что секрет. Не хочу раскрывать все карты раньше времени. Итак, пожалуй, нам стоит заняться одной вещью, да. Это пойти и нарубить дерево. Потому что вот эту всю штуку мы будем сносить. Мы заменим это на нормальные доски, потому что... Тех, которые у меня есть, мне не хватит. Если это, конечно... А, мы же можем нарубить этих яблонь. Точняк же. Возьмем саженцы. Эти саженцы. Или подождите. У нас уже есть дерево. Дуба. А это мы, не знаю, что мы сделаем с этим деревом. Но нам придется все это добыть в любом случае. Этим мы добываем, этим мы расставляем. Вот, как видите, они слегка различаются и по цвету, и по расположению досок. В смысле, доски, блоки. В смысле, в общем, вы поняли, что эти по горизонтали, а эти по вертикали располагаются. Такие вот дела. Модов много. В общей сложности у меня где-то 41 мод, что ли. Не счит, просто их всего 50. У меня в папке. Но это считается... Еще считается как вот эти кор. Ну, это как бы такой мод, который ничего не добавляет, однако только благодаря нему могут работать те или иные моды. Также папки, создаваемые другими модами, и их прочие файлы. Это тоже все занимает место. И, в общем, где-то в среднем у меня 41 мод. Наверное. Ну, или около того. Надо провести тотальную потом инвентаризацию и выяснить, сколько у меня их на самом деле. Дамасковый топор очень неплох, согласитесь. Хотя, конечно, и можно было бы побыстрее. Но ничего. Кстати, я потом еще попробую такую штуку сделать. Да, у меня в программке по записи видео есть, как бы, такая возможность, типа, выбирать, где будут сохраняться записанные файлы. То есть, пока ты еще не сохранил проект, файлы же где-то находятся. И вот это где-то можно изменить местоположение жесткого диска. Я сделал тест. Он шел где-то
минуту, даже меньше. И он легко сохранился и на тот, и на другой жесткий диск. Где хранились файлы, я не знаю, потому что я указал другой жесткий диск, на котором у меня дохренища свободного места. Вы, наверное, вообще не понимаете, о чем я говорю, но я хочу сказать, что это я хочу сделать для того, чтобы записывать больше. Так, сделаем. Вот домик у нас не будет шикарным, вот конкретно этот. Возможно, мы потом сделаем домик еще. И еще про подземную базу. Она будет. Я установил один мод. И у меня есть просто потрясающая идея. Ну просто наипотрясающая. Что? В общем, идея, как мне сделать там вход. Просто это. Вы охренеете. Так, кстати, вот тут вот надо вот такую штуку сделать. Вот. У нас будет такая коморочка. А, вот, забыл поменять. Каюсь. Так, ну вот тут такие окна. Вот просто так вот будет красивее смотреться. Ну, а тут, значит, так пойдет, ладно. Оп. Вообще, по сути, здесь почти все моды из моей старой сборки, если честно. Вот, почти все. Но, в отличие от прошлого летсплея, они здесь не будут являться, как бы, доминирующими. Здесь они будут чисто вспомогательными, мне просто приятно с ними играть. Мы не будем акцентировать на них внимание, не будем в них разбираться прям досконально, они просто будут помогать нам в выживании, не более того. А акцентировать внимание мы уже будем непосредственно на новых модах. Смотрите, какая уютная хрень у нас получается. Так, теперь давайте сделаем еще один слой. Вот так вот. Я не собираюсь делать этот дом красивым. Красивым у нас будет что-нибудь другое. И, кстати, насчет фишек этого летсплея. Я записываю эту часть сразу же после предыдущих. Этот заход. Поэтому ваши то, что вы написали в комментариях, еще до меня не дошло. То есть ответы насчет Keep Inventory, там, мелодии в начале и так далее. Но я заранее хочу сказать, кстати, про тот же Keep Inventory, что я отношусь не слишком к этому положительно. По мне так это мешает играть. Это мешает играть, это не так интересно. И как-то лишаешься какой-то, не знаю, какой-то изюминки. То есть ты умер, и ничего страшного. Абсолютно. Просто нужно куда-то заново идти, и все. А мне хочется, чтобы это было как-то интересно, чтобы реально была угроза для жизни, чтобы все добытое ценилось больше. Ведь все ценится больше, если это добыто с трудом, согласитесь. Вот. Я так облегчил себе жизнь. Кстати, насчет миникарты тоже убирать, не убирать. Мне кажется, вот в этом летсплее, мне кажется, миникарту стоит оставить, но решать вам. Кстати, много у нас железа. Это очень много, ребят. Потрясающе. Кстати, железо у нас снова будет в цене. Но в отличие от прошлой сборки, опять же, его здесь будет больше. Так, пойдемте рассаживать эти яблочные деревья. Можно их прямо тут рассадить, если честно. Хорошенькое такое место. Так, так, так. Так, 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 так. Ой, так, близко. Так, так, и вот так. Звук есть, отлично. Вы это видите? Как? Я только что их посадил. Нифига себе. Не, вы серьезно, я же их только что есть. Третий. Как? Хотя у меня какой уровень сложности стоит? Нормал, все хорошо. Уровень я не менял. Это все хорошо, но нам нужно поспать. Да, дом не влечет красотой, собственно. Но я говорю, у нас пока что и не эта цель. У нас цель просто создать себе убежище для выживания. Возможно, я построю себе не один такой домик. Вполне возможно.
И давайте доделывать. У нас уже есть некоторые доски, которые мы будем сейчас использовать по назначению. Кстати, у нас есть один слиток железа, это хорошо, потому что с его помощью я сделаю одну интересную вещицу. Так, ну вот тут у нас уже пойдет чердачок. 50 досок. Не, пусть этих 50 мне не хватит. Что у нас есть побольше? Вот черри-вуд, конечно. О, у нас же еще есть вот такие. О, давайте из них и сделаем. О, вот этого мне точно хватит. Погнали. Можно было, конечно, до древесный уголь пустить. Ну да ладно. Для древесного угля у нас вот это будет. Они очень часто мутировавшими вырастают. Из-за этого в них бревен больше, и, соответственно, это больше угля. Согласитесь. Постройка дома. Это увлекательно и интересно. Я знаю. У нас даже еще факелов и стекол нет в нашем доме, а я уже крышу строю. Но ничего. Это нам будет просто убежище. Не зря же я базу назвал. Я еще не знаю, я хочу вообще что-нибудь крутое тут замутить. То есть в прошлой части, в прошлом летсплее у нас была фишка, это вот то, что мы снесли гору, орган построили, вот это было все качественно, очень интересно. Этот летсплей я тоже не хочу оставлять без каких-либо фишек, поскольку... Все, достроили крышу. Поскольку фишки всегда нужны. Без них никак. Так, теперь нужно сюда... Ну, дальше у нас будут здесь лестницы. Ради бога. Тюк. Оп. Оп. Черт, мало. Надо еще. Готов. Этого нам, думаю, хватит. Так, и, конечно же, нужно убрать топор. Все, путь наверх есть. Правда, лучше бы я это убрал. Сделал бы здесь вот такую штуку. Так вот. И уже теперь лестница, потому что иначе я буду упираться в никуда. А так у меня будет... Опа! Смотрите, как ровно получилось. Вот так вот поднимаемся, и уже можно куда-либо вылезать. Вот, отлично. Тут у нас будет лицевая сторона дома. Это наша заготовка для чердака. А тут можно вот так поставить. Это будут боковые стороны. На них будут располагаться лесенки. Все, так, теперь давайте с полом. Я хочу просто уже разобраться с этим всем говном. О, отлично, давайте возьмем уголь и сделаем еще угля. А тем временем мы берем прометеевую лопату и делаем себе красивый такой пол. Лопату по-любому нам нужно израсходовать, потому что у нас в дальнейшем будут лопаты только лучше. А это утилизировать никак нельзя, чтобы она принесла нам хоть что-то после своего уничтожения. Поэтому нам придется ее потратить. Самым эффектным таким способом. Кстати, доски красивые, по-моему. Во всяком случае, оригинально. У нас дом будет трехцветный.
Но вы еще не знаете, что я для вас приготовил. Вы все еще ведь помните, что я не зря просто так сказал про слиток железа. Возможно, кто-то уже догадался, что я имею в виду. Ну а те, кто не догадались, скоро вас ждет ответ. Смотрите-ка. А ничего, так получается. Но вот с освещением у нас реальные проблемы. Сейчас мы это исправим. В ход вступают факелы. И по бокам можно. Вот. Уже гораздо лучше. Теперь мы отправимся за песком. Потому что нам нужны стекла. Это очевидно. А этот все никак не вырастет, засранец, потому что его перекрыли эти громадные деревья. А это спихта, походу. Давай-ка мы тебя посадим. Смотри, какая-то у нас пещера есть. Ни хрена. Я бы туда сбегал. Так, а нам нужен песок. Благо его у нас, ну, у нас его здесь много. На крайняк можно будет булыжник в песок переработать. Но пока что я хочу просто истратить эту лопату. Вот как она истратится, тогда я и закончу. Такие дела. Просто я не хочу, чтобы... Просто сейчас на ранних этапах игры нельзя так расшвыриваться ресурсами, потому что это может потом выйти боком. Это я могу сломать, это я могу, все. Отлично, разметили, дальше вниз пойдем. А лопата осталась тем временем 48 использования. Ой, это тоже могу сломать, кстати, и это могу сломать. Вот, все. Еще внизу столько же. Да. Главное стены не задеть. А то сейчас эта водичка на меня польется, потом хрен ее остановишь. Вообще, в реале воду остановить сложнее, чем в Майнкрафте. Но и тут тоже это нелегкий процесс. Лишний раз морочиться с этим мне совершенно не хочется. Все. Отлично. У нас есть почти 2 стака песка. А это очень хорошо. Да, я запрыгнул в окно, я офигенен. Ну и вот. Обжарим вот столько, нам хватит. На окна-то. И, кстати, пока что нам вот это все не пригодится. Чердак. Не, перекрыть его так просто не получится. Значит, нужно будет закрывать просто... Блин, я не знаю. Мобы войдут сюда. Хотя нет, паук не пролезет. Нет. Он слишком жирный. Тогда мне нужно 6 штук хотя бы. О, семена. Знакомые рецептики. У нас яблок до хрена. А из яблок можно делать тортик яблочный. Яблоко в карамели. Вот, сок яблочный. Мороженое. Желе. Это из Галактик Крафта. Apple Jam, ух ты. Отлично. Так, 16. Стеклопанелей. Это моя стандартная система постройки домов, кстати говоря. Вот такая вот. Не слишком красиво, зато практично. Места много еще на чердаке. Вот, так что у нас все будет нормально. А что у нас можно делать из гнилой плоти? Понятно. У нас, походу, компас смерти совпадает с этим волшебным яблочным соком.
Но так понял, что это компас смерти, потому что, видите, гнилая плоть и железо. Надо будет еще с айдишками поковыряться слегка. Вот, видите? Вот, компас смерти, видите? Действительно, он так и делается. Но ID совпадает с ID вот этого сока. 31999. Поэтому нам придется потом это исправить. Что-то ты долго. Только компас смерти, да, это вот из того самого... как его? Майнфактори. А вот эта прикольная штука, можно для декорации использовать. Я, правда, не помню, из какого это мода. Но так или иначе. Вот, отлично, у нас уже есть 9 стекла. Опа, еще 16 штук. Дай мне еще одно, и будет еще 16. Поспим, чтобы никакие уроды нам не докучали. И продолжим. Кстати, еще в этом моде на сундуке есть такая классная вещь. Называется апгрейд. Смотрите. Вот, видите? Апгрейд из деревянного в железный. Крафтится он таким образом. Потом, я так понял, можно просто кликнуть правой кнопкой с шифтом по сундуку, и он станет автоматически железным. Нам не придется выносить оттуда все вещи. И это очень удобно. Кстати, давайте вот такую штуку сделаем. Интересно, что он делает этот сундук из земли. Это же очень удобно, походу. Сделаем из этих досок, хотя нет, из каких. Ладно, из этих пофигу. Так. Это довольно экономно, наверное, на ранних этапах игры, хотя это как апгрейд считается, то есть нам по-любому нужно сделать сундук. Что? Как использовать? Ух ты, тут, наверное, это. Какой-то секрет есть? Давайте почитаем. Добро пожаловать в ваш новый сундук Земли 9000. Мы надеемся, вы сможете насладиться кучей счастливых лет, храня стак земли в нашем средстве хранения. Спасибо. Appreciated. Пипец вообще. Его что, еще сломать нельзя? Фух, можно. Но я думаю, эту штуку можно для чего-то использовать. Поэтому положим его в сундук. Да уж. Сильно. А, да, мы так и не закончили с нашим расставлением стекол. Кстати, а почему бы нам... Да, сначала расставить, потом сломать. Гениально. Но почему бы нам не сделать вот так? Вот. Так просто красивее смотрится. У нас везде теперь по 2 на 2 окна. По 2 на 2 окна. Пипец, сказал, конечно. Вот, все. Здесь теперь можно жить. Сколько снимаю? О! Ну и ладно, в общем, мы отстроили первый этаж и увидимся в следующей части.